Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре новая игра в жанре 3 в ряд. Это, ребята, игра от разработчика King, который создал очень популярную игру в жанре 3 в ряд под названием Candy Crush Saga. Ту, ребята, игру скачало более 50 миллионов людей. Это капец как много, и вот, ребята, разработчик как бы выпускает новую игру в этом жанре. Ну что, давайте нажмем играть, здесь у нас имеется русский язык, я могу играть в эту игру без интернета, то что очень круто, и прошел уже как бы 2 уровня. Теперь у нас на подходе третий. Я как бы сам знаю, что я не любитель этого жанра 3 в ряд, но мимо этой игры я просто-напросто не мог пройти, потому что все-таки у этого разработчика King имеется опыт в этом жанре 3 в ряд. Все-таки, знаете, как бы та игра Candy Crush Saga, да, 500 миллионов скачиваний, это реально очень-очень много, и все же, как бы записать обзор на новую игру от этого разработчика, я просто обязан, в принципе, как крутой обзорчик игр. Вот так вот, ребята. Я знаю, что сейчас многим моим подписчикам эта игра не понравится, скажут сейчас, вот, детская, девчачья и все прочее, но, ребята, скачав, поиграв, я думаю, вы измените свое мнение. Ну, ребята, реально, давайте посмотрим на эту игру с другой стороны. Давайте не будем обращать внимание на графику, а просто будем обращать внимание на саму эту игру. Что имеется в этой игре? А имеется, ребята, в этой игре очень прикольный геймплей, который мне очень сильно понравился. И теперь я как бы играю в эту игру в свободное время. Даже несмотря на то, как сейчас многие говорят, что это как бы детская, девчачья игра. Нет, ни в коем. Я читал комментарии и видел, что писали и мальчики, и девочки, типа, вау, типа, King, что ж ты творишь, ты реально создал крутую игру в жанре 3 в ряд. В принципе, как-то вот так вот все реагировали на эту игру. Честно сказать, я не играл в игру Candy Crush Saga. Хоть там и 500 миллионов скачиваний, но я, в принципе, не играл в эту игру. Меня, ребята, там и нету в этих, в принципе, скачиваниях. Но, как бы, и скачивать я ее не хотел, думаю, блин, 3 в ряд, что-то я, знаете, не любители этого, тем более она уже как бы старая, все не знают, думаю, ладно, не буду записывать обзор. И тут-то, бац, я в рубрике новинки обновления в Play Market вижу эту игру. Захожу, смотрю на скриншоты и что-то смотрю на разработчика King, думаю, что-то знакомое. Смотрю, ребята, на игры от этого разработчика и увидел, в принципе, Candy Crush Saga, думаю, блин, если Candy Crush Saga не снимал, то давай сниму эту игрушку, почему бы и нет. Здесь, ребята, все просто, естественно, 3 в ряд, да, и вот мы должны, получается, наш кристалл соединить с этой цепью, цепь, и получается у нас вот такая вот цепочка с бриллиантиком, да, и все. Так, здесь у нас бада-бум-дум, мой счет, 3 звезды, очень круто. И мы, как бы, ребята, с вами двигаемся дальше, точнее, на 4 уровень. Давайте, ребята, посмотрим, сколько здесь вообще в общем уровне. Так, потом, ребята, мы дойдем до 10 уровня, и мы как бы улетаем куда-нибудь еще. Думаю, что не только здесь 10 уровней имеется в этой игре, все-таки будет очень мало. Думаю, что, ребята, здесь их очень много, так что здесь вы точно не соскучитесь. Так, а здесь что мне надо делать? Так. Вот так? Я думаю, что ж мне надо делать, все понятненько, ребята. Так, вот так вот. Давайте, ребята, сейчас мы с вами пройдем этот уровень. И пока мы его проходим, хочу попросить вас, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал, написали крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Ну и все. Так, а мы продолжаем. Вот. Знаете, ребята, что я сейчас подумал? Если вам сейчас не нравится эта вот игра в жанре 3 в ряд, вообще не нравится этот вот жанр, да, 3 в ряд, не говоря об этой игре, то, пожалуйста, также пишите в комментариях. Я учту ваши комментарии, почитаю, конечно же, и приму как бы к сведению, что не буду больше снимать игры в жанре 3 в ряд. Но если же вдруг вам понравилась эта игра и нравится жанр 3 в ряд, то, пожалуйста, тоже напишите в комментариях, что вы думаете по этому. Если большинству людей понравится этот жанр, то я буду, в принципе, снимать новиночки 3 в ряд игрушки. Так что, ребята, все зависит от вас, а не от меня. Вау! У меня кончились ходы! Вон оно что! А я-то думаю... Ну, значит, ребята, не судьба пройти нам этот уровень, ну и будем с вами, ребята, прощаться. Это все, всем спасибо за просмотр, до скорой встречи, пока!